Всем привет, дорогие зрители! Приехал я в район Тосмор. Здесь, в одном из моих любимых проектов, продается трехкомнатная квартира с потрясающим видом на крепость Алании, на море. Сами увидите. С мебелью и бытовой техникой. По очень хорошей цене. Так, дорогие зрители, хочу объяснить. Я сейчас нахожусь в верхнем районе Тосмора. Здесь у нас несколько дорог, которые ведут к морю. 3-4 дороги. Вот такой проект. Качественный проект, который востребован всегда. Тут в основном живут иностранцы и местные жители Алании. Так, здесь у нас вот такой вход. Квартира продается вот в этом входе на верхнем этаже. У нас снаружи открытая парковка, здесь душевая часть. Это у нас первый бассейн, тут три бассейна. Она без горок, без аквапарка. Такой первый бассейн. Проект с водопадами. Сами сейчас увидите. Очень ухоженный сад. Я сперва пройдусь в эту сторону. Тут у нас беседка, скамейки, зона пикника везде есть. А беседочка. Состоит она из 5 блоков, айда тут 140 лир. Есть фитнес, сауна, крытые парковочные места также присутствуют впереди. Надеюсь, я туда дойду, потому что территория очень большая. Вот еще одна беседка. Так. Расстояние отсюда до центра города где-то 4-5 километров максимум. Близко к Махмутлару Тосмор, близок к центру города. Здесь генератор, первый генератор, есть еще 2 генератора внизу. Еще внизу также территория огромная, туда я тоже сейчас спущусь. Тут водопады включаются, кажется, в 12 часов. 12 или в час. Время съемки 10:30. Водопады мы включили для съемок. Сейчас будет шумно. Есть здесь 3 входа в этот проект. Один снизу, один сверху и один с правой стороны. Сейчас я вам покажу еще. Так. Это у нас второй бассейн, пока не спустили. Там вот еще один генератор, желтый видно. Здесь фитнес-зал. И также есть сауна. Но они там закрыты на ключ из-за пандемии. Вот такое. Водопад тут у нас. Красиво, да, дорогие зрители? Так вот. Здесь вот так, горочка. Воду тоже слили. Там еще одна беседка с правой стороны. Еще одна беседка, видите? Не буду далеко идти. Уже территория огромная тут. Также оттуда есть дорога вниз. Впереди под этим зданием сеть маркетов А101. Прямо около этой резиденции. Так. Вот там открытые парковки для машин также есть. И крытые есть. Где свободно, там и останавливайте машину. Здесь простор на балконе, кстати, кого интересует. Это нижняя часть этого проекта. Один вход вот в той стороне у нас, внизу, прямо А101 Market. Давайте вам точно покажу. Отсюда расстояние до моря, до песчаного пляжа в Тосморе, максимум 920 метров с поворотами. Вот там у нас маркет А101 и вход. Первый вход в той стороне
200 метров впереди сеть магазинов ШОК. Море у нас находится в той стороне. Теннисный корт, баскетбольная площадка. Даже колодец есть. Но там воды, наверное, нету. Сейчас глянем. Монету сейчас бросим туда. Ничего там нет. Просто сделали искусственный колодец. Так, вот здесь детская игровая площадка. Также у нас здесь зона барбекю. Мест много. Вот там еще один гриль. Вот это второй вход. И третий вход, откуда я вошел сверху. Хочу вам еще показать. Здесь есть детский большой парк, который установил муниципалитет Алании. Вот. Дорога отсюда к морю, оттуда к морю и вот отсюда вниз к морю. Так. Идемте вниз. То есть поднимемся теперь к этому блоку. У меня здесь есть еще квартиры напрямую по очень хорошим ценам. Их сейчас не могу, так как хозяева за рубежом. Если кого-то заинтересует, потому что ту квартиру, которую я сейчас снимаю, там она по цене выше, чем те квартиры, которые я сейчас сказал. Я сейчас поднимусь наверх. Вот, 2 плюс 1, трехкомнатная квартира. Сейчас я поднимаюсь к этой квартире. Так. Вот такой лифт, вместимость 3-4 человека. На этаже у нас 3 квартиры. Вот это лестничная площадка. Входим в квартиру. Здесь у нас везде мрамор. Ох, уже красиво. Что-то мне нравится. Так. Здесь у нас просторная спальня, как минимум 15 квадратных метров. Вот. Угу. Пока что я вам не покажу. Сюда тоже не пройдусь. Планировка очень красивая и интересная. Так, здесь коридор. Здесь у нас самый интересно. Здесь у нас санузел с душевой кабинкой. Большой, не маленький. Стиральная машинка у нас фирмы Bosch. И здесь у нас вторая просторная спальня. Тоже как минимум 15 квадратных, даже 17 квадратных метров. Выйдем-ка мы на первый балкон, чтобы показать вам вид. Это у нас первый балкон. Также выход с гостиной комнаты. Оф, 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 какая красота. О, дорогие зрители. Вот тот сад, который я снял снизу. Вот соседнее здание, море и крепость Алани. Каждый вечером тут хорошее освещение. Сидите на балконе, отдыхаете. Вид на горы также есть. Так, здесь ничего не построят, потому что там какой-то парк и там проходит канал. Вот. Даже есть шезлонги. Теперь войдемте мы в гостиную комнату. Просторная это столовая часть. О, красиво. Угу. Бытовая техника фирмы Bosch. Холодильник такой. Silverline. У нас вытяжка. Плита, духовка фирмы Bosch.
Просторная гостиная комната. Сами оцените, ничего не буду говорить. Вид также есть на море. И здесь у нас... И второй балкон, застекленный. Такой балкон, дорогие зрители, вид на море. Кондиционеры фирмы Midea. Там у нас, в той стороне, 600 метров от этого проекта, протекает речка Дим. Там также есть два парка. Впереди, вот там Diamond отель синий, у него самый лучший пляж. Не доходя до этого отеля, там тоже есть парк района Тосмор с фонтанами, там теннисный корт также, баскетбольная площадка, все есть. Все, дорогие, если показал снова вид. Теперь цена этой просторной квартиры с потрясающим видом на всю Аланию. Сейчас озвучиваю. Да? Дорогие зрители, цена этой квартиры 110 тысяч евро. Айдат здесь 140 лир. Расстояние максимум до моря 920 метров, до воды Средиземного моря. Рядом есть вся инфраструктура для жизни, она распустится на дорогу главную. Там Мигросы есть, банкоматы, банки в той стороне. Даже Кочтаж знаменитая в Алании находится в районе Тосмур. Тахтакале также там впереди. Там можно покупать рыбку. Даже там жарят рыбу автоматически, ставят печку. И овощи, фрукты. Из них тоже делают вкусняшку в этой печке, в духовке. Так что советую. И в пекарне хороший хлеб там, в Тахтакале. А, кстати, рядом в Тосмуре также есть отдельная пекарня, мясники там. Вся инфраструктура на той дороге, которая ведет к ресторанам Дим. Я сам проживаю тут. Так что, дорогие зрители, у меня здесь есть еще квартиры, но подешевле, чем это. Но такого вида нету, не такой у него планировка у этих квартир. Там поменьше, 2 плюс 1. Цены от 82 тысячи евро и выше. Две квартиры есть. Но хозяева за рубежом пока не решились конкретно продавать, но хотят продавать. Если что, обсудим. Если понравился вам этот проект, бюджет, наверное, у вас не хватает именно для этой квартиры. Но есть еще другие варианты. Так что пишите, звоните по номеру WhatsApp, Telegram, Viber. Также могу найти по вашим критериям любую недвижимость, вилла, квартиры, земельные участки. Не только в Алании, также за Газибаше, например, мы недавно были. Там тоже уже у нас появились варианты. Просто я туда не еду, потому что много трачу время на дорогу. Дел много, надо снимать квартиры для вас. Все, с вами был мистер Гаси, Кавказский орел из Алании, район Тосмур. Тосмур, my love. Люблю. Всем пока-пока.